Мне нравится подход хороший. На второй день турнира Джиг Пари компания Агат, нижегородский представитель таких автомобилей, как Ford, Skoda, Mitsubishi, представили на тест-драйв коллекцию автомобилей. Один, кстати говоря, из них уже уехал. Это Pajero Sport в новом кузове. Вот. Интересные машины, шикарные. Можно после того, как взвесился, приготовился получить свои призы, подарки, прийти и протестировать эти машины в деле, сесть на них и по внедорожным условиям, которые здесь, кстати говоря, присутствуют, все эти автомобили проверить. Лично мне интересны были бы не только их ходовые качества, но и вместительность их багажника, что для рыболова очень-очень важно, особенно для рыболова, который выиграет третье место и повезет с собой мотор и лодку ПВХ. Хотя от нашего другого спонсора для них есть прицепы. Значит, проверяем автомобили на возможность прикрепить фаркоп. Отличные автомобили, спасибо нашим спонсорам.